Ребят, всем здорово. В общем, сегодня любимая сделала мне вот такой вот подарочек. Решил я показать его. Такая вот карта памяти и видеорегистратор 70 мои. Я его давно хотел. Вот такая вот книжечка тут идет. Пленочка на лобовое стекло. Приклеивать. Вот. И вот посмотрим. Сам регистратор. Вот так он выглядит. Я себе хотел именно такой. Не хотел я с экраном никаким, потому что, ну, мне, например, не нравится, когда ночью едешь, он тебе светит глаза. И, в принципе, все через приложение, через телефон. Очень удобно и классно. Вот такой вот миниатюрненький регистратор. Как он работает, обзор какой-то делать я не буду в интернете. Низкий уровень заряда батареи. Подключите кабель автомобильного зарядного устройства. Да, в интернете есть куча видео разных, в общем, кому интересно. Я сейчас просто его быстренько подключу. И будем устанавливать в машину. Вот такой вот кабель идет. Еще что хорошо, у меня перед этим был регистратор. С прямым вот этим штекером. Здесь он угловой, то есть раз вниз аккуратненько все пойдет. Мне это больше нравится. Так. Ну и в комплекте еще идет вот такой вот для прикуривателя. То есть тоже удобно, хорошо, что все есть в комплекте. Не надо ничего заморачиваться. Да. Ну и вот такая вот карта памяти. Нужно брать именно 10 класса. Смотрите, чтобы регистратор нормально работал. Нормально записывал видео. Все, сейчас быстренько провожу кабель. Подключу и поеду, покатаюсь, потестирую. Ну и покажу вам, как он снимает днем. И как он снимает ночью. Ну, в принципе, вот так вот. Так, ребят, взял я кабель. Вот смотрите, я его сюда до зеркала подведу. Оставлю побольше, остальное потом можно запихнуть. Кабеля длины достаточно, так что можно будет играться. В общем, сейчас тут под потолком аккуратно пройдусь. Потом вот боковая, да, дверная карта. Понятно. Вот я ее сейчас сюда пойду. Тут я снял уплотнитель с дверей. Вот. Вот он. И под уплотнителем с этой стороны вот. Вот с этой стороны из внутренней. Пойду. Ну понятно, там под торпедой. И выведу ее туда вниз. Вот я там разобрал, чтобы туда аккуратно вывести. Покажу вам, как дальше будет. Так, ребят, все, кабель протянул. Вот у меня питание с потолка вышло. Вот. И здесь прикуриватель. Сейчас включу свет. Вот таким вот макаром получилось у меня. Вот, аккуратненько оттуда кабель вывел я. И теперь можно будет даже, если что, там выключить. Там телефон подзарядить. Тоже такое. Вот так вот дело выглядит. Все, сейчас буду клеить пленку. Решу я регистратор ставить вот так вот. Прямо за зеркало, короче. Оп, я его так поставлю. Он там себе будет спокойненько висеть и не будет мне на глаза маяковать, мусолить, в общем. Все, сейчас наклеим вот эту пленочку. Перед этим я сейчас возьму нормально, обезжирю стекло. Ну, приклею. Ребят, подключил. Вот так вот регистратор за зеркалом у меня запрятался. Ну, пробуем. Вот все. Заработало. Так, сейчас покажу, как выглядит это с улицы. Вот он там. За зеркалом себе запрятался. Ну все, сейчас поеду кататься, так сказать, тестировать.